ребята еще подошли. Смотрите, вот. Вот это красиво очень. Еще мы наткнулись, вот пошел туда в хвойничек, думал белых нету, вот и вернулся. Получается, вот тут мох и влажность, и тут вот они, лисички, растут. Так, ну как правило, оно идешь. Если где-то чуть-чуть парочку или три стоит, значит вокруг еще есть лисички. Так, смотришь, вот там где мох, они там поселяются. Мох, он в себя влагу впитывает. И там сразу же идут грибницы. Так, ребята, идем дальше. У нас белый гриб. Смотрите, какой красивый. Спрятался. Видите? Какой красавец. Ребята, вон, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Где-то тут я еще видел 9 9 9 9. Так, смотрим хорошенько, еще 10 10. Один запрятался, и сейчас мы будем их всех срезать. Видите, как хорошо, вот. Такую небольшую полянку, вот оно, и дальше, а там дальше березовая роща. Будем надеяться, что там что-то у нас будет поинтересней. Будьте осторожнее, потому что сейчас была жара, и тут в этом лесу есть гадюки. Ну, не только в этом, а вообще в лесах есть гадюки. И смотрите, чтобы, вот, если вы ее увидели, лучше обойти и уйти с этого места, потому что они могут напасть. Смотрите, видите. Упс. Так, сейчас мы это все сложим. Ручек. Корзинку не брал. Так, вот он. Такие уже средние размеры. Хватает их. Нам много грибов не надо, нам самое главное провести хорошее время в лесу, свежий воздух. Мечтал лисичек нарезать, и вот, видите, мечта осуществилась. Самое главное — мечтать. Вроде бы, вот еще один, вроде бы у нас все. Вот видите, такая хорошая красивая полянка. Вот еще у нас три штучки. И вот я заметил, что они любят мох, любят влажность. Вот, смотрите. Вот, такие красивые лисички. Опс. Запрятались. Оп. Иди сюда. Наши лисички. Были ваши, стали наши. А есть вообще, то есть, бывало,
подходишь, а там такие мелкие-мелкие, пока их нарежешь. Но тут они все-таки повзрослее. Ребята, ну что, идем дальше на интересные места. Подошли на полянку, вон, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, ну, уже сбился счета, вон, 18, 19. Видите, вот такая вот полянка лисичек. Итак, собираем лисички. Главное не сдаваться, идти вперед. Итак, мы шли и снова нашли на лисичек. Вот они у нас такие. Видите, какие крупненькие. Опс. Лисички наши. Опс. Вот еще у нас. Вот. А вот у нас, видите, вот такие вот красивые лисички. Не червивые. Я не помню, что лисички были червивые. Смотрите, видите, какие. Отличные грибочки. Ну, наша задача еще найти белых. Лес такой. Идем дальше. А это, ребята, черника. Вот такое, видите, небольшой пятачок черники. Можно подхарчеваться черничкой. Вот она такая, видите. Еще сладкая. Видите, тут сколько ее. Мы не за черникой в лес пришли, а за грибами. Итак, ребята, будем. Вот она, видите, такая красивая, свежая, сладкая. Так, идем дальше. Вот еще мы наткнулись. Вот пошел туда хвойничек, думал белых нету. Вот и вернулся. Получается, вот тут мох и влажность, и тут вот они, лисички, растут. Так, ну, как правило, оно идешь, если где-то чуть-чуть парочку или три стоит, значит, вокруг еще есть лисички. Смотришь, вот там, где мох, они там поселяются. Мох, он в себя влагу впитывает. И там сразу же идут грибницы. Так, ребята, идем дальше. Вот еще у нас полянка небольшая. Так, честно говоря, в такое время не приезжал сюда, в этот лес. В основном приезжал за польскими. В основном польские сыроежки. А это именно в середине лета. Вот, решили выбраться. И так удачно. Наберем лисичек. Будем надеяться, конечно, что у нас будет еще и белый гриб. Вот, смотрите. Такие небольшие, хорошие. Вот еще один такой спрятался. Это вот красивый. Очень красивый грибочек. Идем дальше, друзья, ищем. Пока грибы есть. Вот еще у нас один есть. Не один, а даже их два. Вот так вот потихоньку собираем. И насобираем себе грибочков. Сегодня хотел с утра выехать
на рыбалочку. Тут такая тоже рыбалка хорошая. И тесть предложил с утра поехать за грибами. И видите, оно удачно, потому что для этих самых, наверное, для рыбалки, наверное, не сильно-то была бы хорошая погода, скорее всего, перемена, давление низкое, и рыба бы не клювала. Вот. Отлично, видите, какой сегодня классный. Хорошее настроение. Вот. Грибочки есть. Да, есть, потихоньку есть чуть-чуть. Идем дальше. Такой, конечно, лес, видите, классный. Вот тут получается просека небольшая между двумя лесами. И вот здесь вот они сразу, мох, влажность есть. И они тут растут. Идем дальше, друзья. Всем отличного настроения. Вот еще у нас полянка небольшая. Так, честно говоря, в такое время не приезжал сюда, в этот лес. В основном приезжал за польскими, в основном польские сыроежки, а это именно в середине лета, вот, решили выбраться, и так удачно наберем лисичек. Будем надеяться, конечно, что у нас будет еще и белый гриб. Вот, смотрите, такие небольшие, хорошие. Вот еще один такой спрятался. Это вот красивый. Очень красивый грибочек. Идем дальше, друзья, ищем. Пока грибы есть. И вот еще у нас один есть. Не один, а даже их два. Вот так вот потихоньку собираем. И насобираем себе грибочков. Сегодня хотел с утра выехать на рыбалочку. Тут такая тоже рыбалка хорошая. И тесть предложил с утра поехать за грибами. И видите, оно удачно, потому что для этих самых, наверное, для рыбалки, наверное, не сильно-то была бы хорошая погода, скорее всего, перемена, давление низкое, и рыба бы не клювала. Вот. Отлично, видите, какой сегодня классный. Хорошее настроение. Вот. Грибочки есть. Да, есть, потихоньку есть чуть-чуть. Идем дальше. Такой, конечно, лес, видите, классный. Вот тут получается просека небольшая между двумя лесами. И вот здесь вот они сразу, мох, влажность есть. И они тут растут. Идем дальше, друзья. Всем отличного настроения. Друзья, шли-шли. И вот мы нашли на лисички. Вот они, видите, какие. Видите, спрятались так красиво. Вот они такие красавцы. Ну, тут их, правда, немножко, но все равно чуть-чуть есть. Вот видите. Вот такие у нас. Такая у нас рыбалка сегодняшняя. Вот эта кучка небольшая, видите? Да, да. Небольшая полянка есть. Да, 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 есть. А там дальше было кто-то это, ну уже кто-то это посрезал. Опс. Так, есть. Вон, друзья.
Вот немножко у нас трошки есть. Так, и смотрим по кругу у нас есть. Ага, вон еще есть. И вон. Идем дальше. Вот еще у нас лисички. Была жара неделю. Потом пошли дожди. И так температура упала. И видите, и пошли лисички. Опс. Классно. На сковородочку пожарить. Ух. Вкусно. С лучком. Вот, друзья, видите, такие красавцы. Так, идем дальше.